Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 5.7 бензиновый, 257 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 1998 года выпуска. Облагородил лючок для бензонасоса. Поклеил на полы миксов вибру. На потолок микс 2 герметон какой-то. В дверях будет бюджетная трехкомпонентка. Пусть будет в центральном подлокотнике вместо нижнего выезжающего лотка. Пластик покрашен в черный мат, там где был ковер использован материал для салонных ковров. По краям оверлочен. Ну и самый апогей, уже готовы сидушки и задние. Тут я просто ссусь кипятком, простите. Ремонт подвески. Доехали до меня амортизаторы крестовины. Ама выбрал Монро как самый дешевый, так как пока не определился, как должно быть. Доехала посылка с резинками. Как-то мне очень странно повезло. На Амазоне комплект стоило сейчас стоит 230 баксов. Захожу я в один прекрасный день, а он там 160. Купил, неделю не высылали. Думал, кинут. А нет, все пришло. Итак, на данный момент заменена вся подвеска, все резинки, кроме подушек кузова. Заменен правый задний подшипник, сальник, масло в мосту, прокладка крышки. Закуплено ТЭ для коробки, автотрак для раздатки, масло в передний мост. Итак, начнем с экстерьера, благо работ там было немного: покрас бамперов, заднего борта, замена хлопушки на менее утертую, подножки поменял на трубы. Зимние колеса WDSR 16T0, размерность резины штатная. Весь пластик красился в черный мат. Далее двери, напомню, целью была установка бюджетной трехполоски. Ручки внутренние новые, внешние тоже хром поставил, справа убрал личинку, оставлю только на водительской двери. Акустика подключена пока напрямую к магнитоле. Больше всего исплевался с коврами при разборе, вход шел метровый удлинитель, блатные звездочки скручивались как пластилин. На багажную часть по старому шаблону вырезал ковер из материала, которым делают коврики салонные. А вот передний из-за наличия выштамповок был заказан в Штатах. Под ковром прокинуты провода от дверной акустики, провод на САП, провода на подогрев. Все будет коммутироваться в подлокотнике, уж я туда уже вкричил.
установил магнитолу плюс доработки кормы. Итак, я подключил пока к штатной проводке, без усилителя, через обратный переходник на ту же Toyota. Ну и накинул провода от камеры заднего вида. Осталось подключить регистратор, антенну GPS и удлинитель USB. Сняли панель. Проклейка подпанельного пространства. Переделали крепление передних воздуховодов. Оформили вокруг музыки. Панель обтянута. Теперь большой челлендж — все это собрать и завести машину. Замени штатную бибику на дудке от Волги, в штатном месте оставил. Отполировал приборку. Дисплей не взял. Вручную пастами 76, 75, 74. Думаю найти убитую приборку и попробовать полировальником с наждаком. Последняя беда была с диким фоном в акустике. Напомню, ось у меня в боксе между сидениями, как и кнопки управления. В общем, при установке порогов пробил акустический кабель саморезом, печальная гримаса, играет отлично. Китайская балалайка Вицон огонь. Давно хотел выставить пошире задние колеса. Поставил проставки на 30 мм, лоханулся с резьбой, на 12 взял вместо 14. Разница со штатным вылетом плюс 52 мм. Практически подарку встали, но кажется, что передняя ширина 5-10 мм стоит. Маятник Мивотек, ступицы Конкорд. Ставил проставки на 30 мм и ошибся со шпильками. В этот раз взял 40 и с правильными шпильками. Смотрится отлично, теперь хочу брызговики, что-то вроде таких. Постелил ковры из материала Ева на пробу. В багажник и салон. Была установлена нижняя губа, для этого выпрямил погнутый крюк. Ну и замени фары, гриль и значок. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.